бабушка. Поехали! Здесь ни при чем, но вместе с бабушкой жила девочка Оля, которая все время опаздывала из школы, теряла ключ от квартиры, ела без спросу варенье и ходила все время чумазая. Сегодня клевый день, я тут пишу, как по лыжне. За мной следом парень, да нравится он мне. И, короче, бабушка однажды ей говорит: слушай, внучка, вот сейчас я уйду, а ты попадешь в королевство кривых зеркал. Отражение. Вот здорово! А где это мы? Мы в королевстве кривых зеркал. Вот здорово! Пошли погуляем. А то мне бабушка говорит: посмотрела бы ты, посмотрела на себя, посмотрела бы ты на себя со стороны. А что тебе на себя со стороны смотреть? Вот она я. А, пошли! Был-был у бабушки серенький козлик. Раз-два, раз-два. Жирный козел. Бабушка козлика очень любила. Раз-два, раз-два. С кашей сварила. Вздумала с козлику в лес погулять. Раз-два, раз-два. Съела козла. Дедушки, а это правда королевство кривых зеркал? Да. И здесь все-все-все наоборот? Да. А кто же самый главный в этом королевстве кривых зеркал? Это наш король. Я Губов 77-й. Я Нушрок. Коршун. Ой! Я на позитиве. А что еще с ним делать, если он зеркала бьет? Там-то он жирный, с булкой, а тут-то дрищ с крошкой. Ах, так королевский кривых зеркал все враньет? Да, но мы его все равно отправим в башню смерти и казним. А можно его как-нибудь спасти? Да, конечно, можно. Нужно всего лишь навсего найти ключ от башни смерти, обмануть всех, прийти, открыть кандалы и освободить Гурда. Гурды друг. Значит, мы освободим Гурда. Вперед его. Нет, Оля, я кушать хочу. Терпи. Я устала. Терпи. Но я правда кушать хочу. Ты почему такая вредная? Я всего лишь твое отражение. Ну ладно, пошли. Вот королевская кухня, там нас и накормят. А как попасть в Любову, мы придумаем на месте. Его величество, я Губов 77-й. Ключ от башни смерти. Вот. 10 000. Молодец. Вау, вообще. Вот ключик. Если ничего, то второй ключ моего министра Абажа. Абаж, жаба. Настав, внимание, марш. Не мешайте нам танцевать.
бегут такие красивые, интересные королевские пажи. Не, а как же я? О, а ты всего лишь баба. Хоть из тебя. Старый дряхлый баба. Нельзя, ну нельзя же бить людей. Почему же? Я, а не так, а он бар. Бар – раб, а не так – гадина. Хлопайся тебе еще раз, бар. Нельзя же бить людей. Ну ладно, так и быть. Отпускай тебя, бар. Ура! Бар перестал быть рабом. Рабство, рабство, ты куда ушло? Ну ладно, бар, хлопайся тебе еще раз. Ну ладно, дети, гуляйте с баром, колотите его почаще, а у меня важные дела. Пойдемте со мной, дети. Я открою вам важную государственную тайну, как решаются важные политические дела. Вам не кажется, что пора уже избавиться от нашего Ягупопа? Я предлагаю выбрать нового короля. Я думаю, это должен быть кто-то из рода Нушроков. Нет, это должен быть кто-то из рода Абажей. Это должна быть женщина, а не дак. Хорошо, если вас не устраивает мое предложение, тогда предлагаю разыграть трон в Чичифо. Камень, ножницы, бумага, Чичифо. Придется превращаться в коршуна. А мне жабу. А мне попугая. А мне гадину. А нам пора домой. Даже не в зеркало, а мне в квартиру с бабушкой. А вот и я. To the 94, here comes another bomb dropping on the dance floor. Check out, cause I'm about to go boom when I blast now. Там всем борща уж наварила. Тут и сказочку конец. А кто сказочку не слушал, тот маму борща не кушал.